Глава промоутерской компании «Мирбокс» Андрей Рябинский на пресс-конференции, посвященной бою Дмитрий Кудряшов, Аларива Джудура Доллара, сказал об ожиданиях от поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. А от поединка Головкина с Альваресом что ждете? Победы Головкина. Являюсь большим его поклонником. Считаю, что это будет один из самых красивых боев. Оба очень классные боксеры. И Альварес супер боец, ответил Андрей Рябинский.